В России насчитывается огромное количество памятников и исторических мест, многие из которых широко известны во всем мире. Сюда каждый день стекаются тысячи туристов из разных стран. Старые дворянские усадьбы и поместья привлекают своей историей, загадочными и необычными судьбами их владельцев. Много старинных построек находится и на территории Нижегородской области. О них подробно рассказали сотрудники библиотеки Маяковского на виртуальной экскурсии «Кусочки ушедшей эпохи» в рамках программы «Краеведческий дилижанс». Это виртуальные экскурсии, какие-то познавательные программы по истории нашего города, а также по Нижнему Новгороду и Нижегородской области. Как часть нашего краеведческого дилижанса выделен православный туризм. На этих программах наши заведующий отделом рассказывает об интересных храмах, монастырях. Познавательные встречи проходят два раза в месяц, за исключением летнего периода. Узнать о следующих виртуальных экскурсиях можно в отделе краеведения. Также в этом году библиотека Маяковского запустила новый проект «Краеведческий марафон 2023. Саров. Время события. Люди». В течение каждого месяца среди посетителей библиотеки проводят две экспресс-викторины об истории Российского федерального ядерного центра, монастыря, улицах, памятниках, достопримечательностях и ученых города. За участие в викторинах читатели получают флаеры с интересными фактами о Сарове. Вот эти флаеры можно в течение года собирать. Называется он у нас «Информационный кейс». Значит, объявлен конкурс для тех читателей наших и вообще участников викторины, кто наберет самое большее количество флаеров, предусмотрен приз. Итоги экспресс-викторин ежемесячно публикуют в рубрике «Краеведческий марафон. Мониторинг знаний» на сайте библиотеки. Флаеры вручают и за посещение отдела литературы по краеведению и массовых тематических мероприятий. Участники программы «Краеведческий дилижанс» также могут испытать свои знания в викторине. Следующие виртуальные экскурсии в библиотеке Маяковского пройдут осенью. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.